Здравствуйте, это программа «Я и мой характер». Уже несколько программ мы говорим о судьбе Мелхолы. В своей жизни она столкнулась с непростыми ситуациями. У нее было множество оснований для обид, но, к сожалению, она так и не справилась с ними. Сегодня мы сделаем выводы, которые помогут каждому из нас жить в свободе от обид. И у нас в гостях Виталий Архипов, автор книг и публикаций по психологии. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, написано, что Мелхола не имела детей, и многие связывают этот факт с тем, что она взбунтовалась против Давида, слуги Божьего. Ну, я бы не стал проводить вот эту связь, вот этого ее поступка с тем, что у нее не было детей. Потому что мы знаем, что до того еще, как они расстались с Давидом, когда она вышла за него замуж, был какой-то период времени, когда они жили вместе. И уже спустя какое-то время Саул уж совсем не мог терпеть своего зятя и захотел его убить. И тогда Давиду пришлось бежать. И в тот момент у них не появилось детей. И мы знаем дальше, что Мелхола была отдана другому мужчине и жила уже, так сказать, во втором браке. И опять-таки за этот период ее жизни беременность не наступила или какие-то другие были проблемы, но она не родила детей. И также потом она уже вернулась в дом Давида. И я не знаю, мы не можем говорить, какие у них были отношения, но также не было детей. То есть это я бы не связывал то, что нет детей и вот то, что она сказала свою вот эту речь и назвала Давида пустым человеком. И получается, что все близкие люди, мужчины, обижали ее. Да, и отец обижал, и брат обидел, и муж обижал, и второй муж как-то поступил совсем безвольно. И снова, когда она вернулась уже в дом царя Давида, тоже получилось, что у нее была обида. Ну, конечно, для многих из нас даже ситуация только с одним братом или только с одним отцом, это уже след на всю жизнь. То есть известно множество таких ситуаций, когда женщина приходит на прием к пастору или к психологу и рассказывает о том, что вот отец меня в детстве не любил, отец в детстве поступил как-то неправильно. И когда мы сталкиваемся с такой вот, допустим, на консультацию приходит к нам женщина, и мы понимаем, что вся ее жизнь пропитана горечью. То есть один вот этот эпизод, он полностью отравил всю ее жизнь. А здесь, в истории, в судьбе Мелхолы, мы видим, что там была целая цепочка таких событий, таких поступков по отношению к ней ее близкими людьми. Которые не просто изменяли там какую-то ситуацию, чтобы она могла забыть прошлые обиды, но, напротив, усугубляли это. Да, то есть близкие люди, даже недалекие, ранили ее. Хотя, ну, здесь просто не описывается в Библии, были ли какие-то еще ситуации, а только взяты ее отношения с близкими людьми, с отцом, с братом, с мужем. И столько ран. Поэтому обычно, вот, кстати, допустим, если отец обижал, то хотя бы муж может как-то поддержать. И излечить эту рану. Да, поможет поднять самооценку, как-то поддержит, чтобы обида ушла из жизни. А здесь, ну, даже нельзя было найти человека у Мелхоли, который бы ее поддержал, который бы мог ей помочь, который бы любил ее, и она вот в этой атмосфере любви могла исцелиться. Поэтому, конечно же, осуждать Мелхолу, какая она была плохая, вот почему она так сказала на Давида, и вот такое распространенное клише, что она плохая, Давид хороший, конечно же, это неправильно. Вот смотрите, давайте мы проанализируем. Если мы смотрели на жизнь Мелхолы, мы увидели ее судьбу от самого начала до самого конца. Какие же все-таки она допустила ошибки, глядя на которые мы сможем для себя сделать правильный вывод, которые помогут нам в дальнейшем не совершать их, либо поступить иначе?
Но первый вывод, который, правило такое, которое можно вывести на основании ее судьбы, ее истории, ее поступков, что невозможно исправить другого человека. Она попыталась исправить обстоятельства. А обстоятельства не всегда получается исправить. И не как, все зависит от тебя. Да, когда мы пытаемся изменить обстоятельства, а они не меняются, нам тяжело. Мы снова и снова сталкиваемся с разочарованием, мы сталкиваемся с обидой, поэтому нет смысла пытаться изменять обстоятельства. Нет смысла пытаться исправлять другого человека, потому что есть люди злые, есть люди, которые не хотят никаких перемен, есть люди, которые никогда не изменят свое отношение к нам. И если мы все-таки ожидаем, что изменятся они, а не мы сами, тогда мы в тупике. Тогда мы можем всегда всю свою жизнь прожить в обиде. И ей не нужно было ожидать, что люди изменятся. Не нужно было ожидать, что Давид все-таки изменит свое отношение к ней, что отец изменится. Ей нужно было изменить саму себя, нужно было изменить свои эмоции, свое восприятие изменить. Свою реакцию. Да, свою реакцию на происходящее. А она не смогла это сделать. Она не смогла справиться с тем, что ее обидели. Раз кто-то виновен в том, что ее обидел, значит, обязательно должно быть с его стороны должен выступить, он должен выступить как бы инициатором примирения или инициатором изменений и решения этой ситуации. Да, она ожидала либо что этот человек должен извиниться, либо что должно произойти какое-то наказание. И тогда она будет вот уже понимать, что вопрос как-то решен. Следующее, на что стоит обратить внимание, и следующий вывод, который мы можем сделать, это то, что нам нужно и важно научиться основным принципам, которым подчинялись бы наши эмоции. То есть есть жизненные принципы. Мы не просто живем, что нам захотелось, мы почувствовали, и мы так будем себя вести. Есть какие-то вещи, когда эмоции могут завести нас не туда, куда надо. И поэтому важны принципы. Принципы обычно всегда они с холодной головой, они не поддаются эмоциям. Мы всегда поддаемся эмоциям, но в таких ситуациях мы руководствуемся прежде всего не эмоциями, а принципами. То есть есть момент, когда нас обижают, и мы стоим перед выбором. С одной стороны, эмоции говорят: давай, гневайся, раздражайся, кричи, реагируй как-то, обижайся. А с другой стороны, принцип говорит: не надо так делать. Помолчи, если ты не можешь сразу правильно отреагировать, если ты сразу не можешь простить, если ты сразу не можешь совладать с собой, по крайней мере, помолчи и успокойся, отойди в сторону, наведи порядок в своем внутреннем мире. Пусть придет вот это состояние спокойствия, не реагируй сразу. То есть принцип удерживает нас от неправильных поступков. И Мелхола была перед выбором, каким образом ей поступать, жить по эмоциям или все-таки придерживаться каким-то принципам. Давид был, мягко говоря, несовершенным семьянином, и у него было очень много недостатков. И он это понимал, что он несовершенный. Но вот интересно, почему Бог говорит, что нашел я человека по сердцу своему. Потому что Давид как-то сквозь века проникся своим сердцем в Новый Завет. То есть заглянув в будущее. Да, он увидел, что Бог милует, что Бог дает прощение, что Бог дает благодать. И он, его отношения с Господом были новозаветними. Его отношения с Богом были такими интересными. Он понимал, что он совершает множество ошибок. Но в то же время он понимал, что Бог его принимает. И для себя в своей жизни он выносил какие-то принципы и поступал по принципам. Допустим, если вспомнить ситуацию, когда он мог убить отца Мелхолы, Саула, когда тот зашел в пещеру, и это была удивительная возможность, чтобы Давид воспользовался этой возможностью и убил своего врага. Но он не сделал этого и потом говорил о том, что я не могу, потому что он помазанник Божий, я не могу поднять руку. Вот в этом случае это руководили им как раз принцип. Да, не эмоции, потому что он был загнан в угол, по всей стране его искали, тысячи людей были организованы на то, чтобы уничтожить его. Сам царь сказал,
что нужно это сделать. И какие у него были чувства? Чувства самосохранения, да? И какие у него могли быть эмоции? Защищаться. Вот решение, вот твой ответ. Сделай это сейчас, и все, ты освободишься от этого преследования. И кажется, что Господь предал тебе его в твои руки. Давай, решай эту ситуацию. Но он говорит, нет. То есть принцип его, им руководствуется принцип. И им руководит принцип. И вот этим он отличается от других людей. А Мелхола в таких же ситуациях, она все-таки жила по вот этому пониманию, по закону, что око за око, зуб за зуб, меня обидели, значит, человек должен получить какое-то наказание, мне что-то сделали, значит, обязательно я должна увидеть, что этот человек наказан за это. И она, возможно, ожидала, что должно какое-то возмездие прийти к отцу, к брату, к Давиду, но она этого не видела. И, конечно, у нее возникали такие ощущения, что почему это происходит. Она не могла понять, а тем понять, вот почему именно так. Она вроде бы хорошая и, возможно, в своей жизни столько ошибок не совершала и боли другим людям столько не приносила. И она руководствовалась хорошими мотивами. Да, она любила Давида, а он относился к ней не так искренне, возможно, вообще ее не любил. И поступал жестоко по отношению к ней. И Господь, однако, благословлял его и пользовался им, и прославлял его, и поднимал его на царство. Ей было это непонятно. И вот если бы она научилась этому принципу, что хорошо, это его жизнь, это его право обижать или не обижать, а мое право соглашаться, допускать обиду в свое сердце или не соглашаться. И если бы она смогла понять вот этот принцип, то она бы уберегла свое сердце и свою жизнь от горечи, которую принесла обида. Какие же еще ошибки допускала Мелхола, на которых мы смогли бы учиться? Ну, следующий вывод, который можем взять для себя, что нельзя закрывать свое сердце от любви. Существует такое выражение, что однажды обжегшись на молоке, мы дуем уже на воду. И вот, наверное, тоже происходило и с Мелхолой, когда она столкнулась с таким поведением Давида, с такими обстоятельствами, она после этого закрылась. И мы говорили с вами о том, что человек в обиде, он как пленный, он как заключенный в какой-то тюрьме, и он сокрыт не только от своего обидчика. Он выстраивает стены вокруг себя со всеми отношениями, со всеми людьми. Да, то есть он закрывается от всех. И Мелхола закрылась, вот как в свою раковину ушла, для того, чтобы другие люди не ранили ее. И в нашей жизни тоже так часто происходит, когда нас ранит один человек, а мы обижаемся на весь мир. Нас ранит какой-то мужчина, и мы в других мужчинах... Мы говорим, что все мужчины плохие. Да, и мы говорим, что и ожидаем уже от других мужчин такого же поведения. Или нас ранит какая-то женщина, и мы тоже даем уже всем одинаковое название и относимся так же. Мы защищаемся, и мы не хотим открываться. И в нашей жизни, конечно же, кто-то нас ранит, кто-то обижает. Но если мы закроемся в свою раковину, если мы уйдем вот и замкнемся на себе, то мы увидим множество проблем. Жизнь станет серой, жизнь станет темной. Поэтому, независимо от того, обижают нас или нет, мы всегда должны понимать, что искренность в нас должна оставаться. У нас должна появляться мудрость, кому открываться, кому не открываться. Но искренность, вот это ожидание, оно все равно не должно уйти из жизни. А у Мелхолы... Вот как раз эти обиды и позволяют этой искренности уйти. Они делают нас жестче. Да, и в некоторых ситуациях она могла бы как-то повлиять все-таки даже и изменить мнение своего отца, как-то поговорить с ним. Но именно то, что она закрылась и не захотела как-то идти на какой-то разговор, не захотела открыться, вот это и навредило ей. И точно так же она могла и поговорить с Давидом,
когда он уже вернул ее к себе во дворец, она могла подойти к нему и сказать, что, ну, то есть как-то восстановить отношения разрушенные, рассказать ему о своих чувствах. Но она не сделала этого. То ли она ожидала, что он должен сделать первый шаг навстречу, то ли настолько уже укоренилась обида в ней, что она просто не могла, не способна была как-то решить этот вопрос. Но важно сказать, отметить тот факт, что если мы не идем добровольно, да, или там дисциплинируя себя на то, чтобы сказать человеку и решить этот конфликт как-то, то все равно это выплеснется. То есть, и оно само собой не решится. Да, если ты не пойдешь правильным таким путем решения конфликта, то все равно где-то в разговоре, в форме подколки, какого-то издевательства или насмешки все равно это выльется. Что и произошло с Милхолой. Она посмеялась над своим мужем и назвала его пустым человеком. Глядя на жизнь Милхолы, какой еще урок мы можем вынести для себя? Следующий урок звучит так. Нельзя относиться к Богу так же, как к тем людям, которые служат Ему. Почему так важно вот это понимание этого? Потому что иногда мы имеем проблемы во взаимоотношениях с верующим человеком, с каким-то служителем, и когда такой человек поступает как-то неправильно, то мы тут же проецируем его поступок на Бога. И нам кажется, что вот... Раз он поступает человек неправильно, поступил, значит, Бог одобряет это. Да, и Бог одобряет. Вот что было с Милхолой? Она смотрела на Давида и видела, что он ее обижает. Но в то же самое время видела, что Бог благословляет его. И он преуспевает в служении. Да, а она не могла понять этого. Почему так происходит? Почему Бог не вступается за нее? Почему Бог не наказывает Давида? Почему Бог не заинтересован в том, чтобы показать ему, что он не прав, что Давид поступил неправильно? Но, возможно, Господь стучал в сердце Давида и каким-то образом направлял его. И мы знаем, что Давид, у него, конечно же, тоже непростая судьба и непростая жизнь, и он совершал какие-то ошибки, и Господь его учил. И, конечно, нужно признать, что семейные отношения и воспитание детей – это были проблемой Давида. И над этой проблемой, я думаю, Господь работал самим Давидом. Но нам иногда хочется повлиять на вот эту работу Господа с каким-то человеком. Чтобы это либо произошло быстрее, на наш взгляд. Да, или спланировать эту работу, помочь Богу. И вот своим поведением мы как-то демонстрируем, что нужно обратить внимание на этого человека. Но этого не происходило. То есть важно, глядя вот на Милхолу, понять, что нужно, независимо от того, что тебя кто-то обижает, и, может быть, это верующий человек делает, но нужно самим сохранять отношения с Господом. Потому что вы имеете доступ к Нему сами. Вы не через другого человека приходите к Богу. И даже если он ошибается, он может это делать. Мы несовершенны. Мы говорили о том, что мы сами не идеальны. Мы сами обижаем других людей. И когда мы понимаем это, нам проще. Возможно, Милхола старалась в своей жизни не обижать других людей, как-то жить правильно, жить по заповедям. И когда она столкнулась с тем, что ее обидели, она не могла вот как-то воспользоваться этим случаем, этим принципом, что тебя обижают, и ты обижаешь. Тогда, ну, прости, что тебя обижают. То есть она не могла разобраться вот с этим вопросом. То есть она немного идеализировала эту ситуацию. Да, она идеализировала, и она хотела тут же какого-то возмездия. И из-за того, что у нее были проблемы с Давидом, у нее не было отношений с Господом тогда. И она обвиняла, может быть, Бога в том, что почему это так происходит. В той самой, как мы говорили, справедливости, на наш взгляд. Да, то есть она хотела справедливости, а вот в ее понимании справедливости в этой ситуации она так и не дождалась. Поэтому важно сохранять отношения с Господом, даже если какой-то человек нас обижает, верующий он или неверующий. Бог есть Бог, а люди есть люди. Мы несовершенны, мы не идеальны, мы совершаем какие-то ошибки, мы можем ошибаться. Но самое главное, когда верующие люди хотят изменяться, и
это уже хорошо. И мы должны понимать тот факт, что Бог с каждым человеком продолжает работать с его характером. И мы просто должны доверять Богу и в тот же момент быть милостивыми к этим людям и доверять, что однажды в их жизни произойдет это изменение, и Бог совершит свою работу. Да, и вот еще один вывод, который можно сделать из истории, о которой мы рассказали, из судьбы Мелхолы, что важно общаться правильно и доносить свои мысли, доносить свои желания до собеседника, до того человека, который нас обижает. Потому что проще всего закрыться, проще всего замкнуться и сказать: «догадайся сам». Иногда человек спрашивает другого: «я тебя, может быть, обидел?» Он говорит: «а ты как думаешь?» Или «догадайся сам», или просто молчит и ничего не говорит. Есть ситуации, когда можно решить вопрос, можно решить этот конфликт, можно распрощаться с этой обидой. Но часто обиженный человек выбирает такую позицию, играет в молчанку, и он не рассказывает то, что он чувствует, он не рассказывает свои пожелания о том, как можно исправить эту ситуацию. Думая, что его так больше поймут. Или как-то думая, может быть, что почему я должен идти навстречу, почему я должен об этом рассказывать. Ты должен сам догадаться. И Мелхола вот заняла такую позицию, что Давид должен был догадаться сам, что другие люди, которые окружали ее и обижали эти мужчины, они должны были догадаться тоже сами. Допустим, она могла в той ситуации, когда пришли уже ко второму ее мужу, и чтобы забрать ее, если бы она была открыта к своему мужу и могла рассказать свои вот эти боли, поделиться с ним своими переживаниями, они могли как-то какой-то побег, может быть, организовать, да, и были бы вместе. Но какой-то комплекс вот этих вот обид, комплекс каких-то вот этого неправильное мышление, наверное, скорее всего, не позволило ей придумать какой-то выход из этой ситуации. Опять-таки, когда ее уже привели к Давиду, если бы она пошла навстречу с Давидом и сказала: «слушай, ну у тебя тут хватает жен, у тебя столько наложниц, я уже живу с человеком, у нас там какие-то зарождаются уже отношения, просто помилуй, отпусти меня, не мучь меня, вот давай, не сложилось у нас с тобой, отпусти меня». Но... Даже мы же знаем, что она была не простого сословия, она была образованная женщина, она росла, она была дочерью царя, да. Да, она воспитывалась в хороших условиях, и тем временем, что Давид тогда еще был пастухом. Но сейчас уже ситуация тогда изменилась, когда она вернулась в его уже царский дом. Но он помнил ли он об этом? Она могла рассказать об этом в свободной форме, в какой-то спокойной. И я думаю, что Давид все-таки смог бы понять это и отпустил бы, потому что он проявлял милость к ее отцу, он проявлял милость к другим людям. Давид хороший человек был, ну, несмотря на какие-то проблемы в своем характере. Если бы она пошла на эту беседу, попыталась как-то донести до него свои переживания. То есть все могло бы сложиться иначе. Давид мог бы ее отпустить, и ее жизнь не была бы такой, какой мы ее видим в Библии. Поэтому, конечно же, глядя на все вот эти вот ее поступки, на ее неправильное мышление, на то, что она согласилась копить обиды в своем сердце, мы можем сделать вот эти выводы, которые мы сегодня назвали. И тогда мы не дадим поселиться обиде, не дадим обиде разрушить нашу жизнь. Мы просто противостанем этому и скажем, что нет, я не хочу, чтобы обида отнимала мое время, мои эмоции, чтобы она полностью разрушала мою жизнь. Каким прекрасным было начало жизни и таким трагическим конец. Действительно, ее обиды имели основания. Она имела право обижаться. Но самой большой ошибкой Мелхолы было то, что она оставила эти обиды в своем сердце. Это была программа «Я и мой характер». Не позвольте обидам разрушить вашу жизнь так, как они разрушили жизнь Мелхолы. И помните, что у вас есть внутренние силы для того, чтобы победить всякую обиду. Утро – это начало дня.
Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».